Юрий, добрый день. 15 февраля 2020 года. Второй видеообзор по изготовлению вашей бани. Сейчас у нас три колодца в кадре. Первый и второй колодец, которые на заднем плане, они готовы. И рубим третий колодец. Это у нас по высоте уже идет начало второго этажа. Подойдем поближе. Покажу высотную отметку, то, что изготовлено. То есть вот у нас 2,90 и еще два ряда прирублено, то есть уже больше 3 метров. Вот она, наш зимний лес, пазы. Внутри все перерубы по проекту, их здесь у вас много. Есть вот такие фальш-углы, чопики, которые также по проекту идут. Что по диаметрам? Немножко спустились, уже пониже диаметры идут. 27 20 30 29, так, и здесь у нас где-то тоже 28, уже поменьше берем диаметры. Второй колодец на прошлой неделе было срублено у нас его два ряда, сейчас он уже дорублен, и рубим третий колодец. Все идет по плану. Следующую неделю также постараюсь подготовить видеообзор. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.